тварь, что бродит по госпиталю, создана нацистами. Выжигает глаза, поджаривает кожу. Итак, сержант, что же делает этот портал, который мы нашли при раскопке? Итак, сержант, что же делает этот портал, который мы нашли при раскопке? Не знаю, но подопытные, которые входили в него, либо убили... Это типа! Пошли, пошли! Давайте ему попасть!
Итак, сержант, что же делает? Остановите его! Thank you.
тихо! Граната! Отступаем! Сейчас же! Нужно огневое прикрытие! Вызовите командующего! Ищем укрытие! Пошли, пошли! Стреляй в него! Ноги! Я здесь! В атаку! Он мертв!
Не останавливаться! Подбор частот колебаний оказался довольно серьезной проблемой. Все подопытные, прошедшие через портал, возвращаются измененными. Майн Гот, здесь шпион! Защити меня! Найн, гердоктор, это вы меня защитили! Ты увидишь, какого могущества суждено достичь великой армии Рейн! Thank you.
По поручению Золотого Рассвета я отправился в госпиталь, недавно занятый нацистами. То, что я там обнаружил, поразило даже меня. Ученые Рейха начали создание механически усиленных невидимых убийц. Там же оказался и портал, который я видел на раскопках. Он ведет в измерение Черного Солнца и превращает людей в чудовищ. Я прекратил жестокие эксперименты, но не сумел полностью уничтожить портал. Гутен так, агент Блажкович, за твою голову назначена награда, и я уверен, что ты не хочешь привлекать внимание. Лучше всего перемещаться по крышам или по канализации. С крыш хорошо видно город, но следует остерегаться снайперов. И ходи осторожнее, можно упасть. Огонь! Вам нам понадобится!
Агент Блажкович, я из Золотого Рассвета. Мне нужно поговорить с вами. Агент Блажкович, я из Золотого Рассвета. Мне нужно поговорить с вами. Агент Блажкович, я из Золотого Рассвета. Мне нужно поговорить с вами. Послушайте, несколько моих соратников попали в плен. Их допрашивают. Они не бойцы, агент Блажкович. Им нужна помощь. Штаб отмечен на вашей карте. Проберитесь внутрь и найдите их. Друг мой, поймите, что я не хотел бы вас мучить. Постарайтесь понять. Я сделаю все возможное, чтобы узнать о делах Золотого Рассвета в Айзенштадте. Конечно, вы будете держаться и сопротивляться мне из последних сил. Другого я и не жду. Но уже очень скоро я сломлю вашу волю, как ломаю тело. В итоге вы расскажете мне все, что я хочу знать, умоляя о смерти. С докладом прибыл. Вам удалось захватить агентов Золотого Рассвета? Так точно. Бой был непростым.
Их не били, сержант? Никак нет. Пальцем не тронули, как приказали. Зергут, пленников отведите на фабрику. Я поговорю с ними, как только завершу эту дружескую беседу. Американцы!